Все понял. Вперед! Для всей Российской Федерации ты герой. Мы стремительно ворвались в высшую лигу, брат, но пока это только начало. За чемпионский бой! За чемпионский бой! Молодец! Я люблю тебя, брат. Взаимно. Не понял, а ты что здесь делаешь? Ты позвал, что ли? Вить! Давай послушаем, что он скажет. А послать мы всегда успеем. Здорово. Здорово. Привет. Привет. Здорово, чемпион. Не чемпион пока. Да будешь, Вить. Ты этого гома америкоса порвешь. На звездочки и полоски. Веру помнишь? Конечно. Привет. Привет. Вер, мы тут с Витей сейчас поговорим, а ты не скучай. Давай. Пошли, пошли! Как дела? Витя. А? Нормально все? Так, давай, 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 давай. Лоток, соберись. Слушай, а Вера в школе не давала никому, помнишь? Королева красоты. Ну ничего. Сегодня чую, моя ночь. Говори, что хотел. Я тут одну тему раскачиваю. Тотализатор закрытый. Для серьезных людей. Хочешь поучаствовать? Да. Да ладно, Вить. Ну сколько ты заработал на своем чемпионстве? Нормально заработал. Можешь заработать еще больше.
Чего? Я тебе один раз скажу, Жень, ты внимательно послушай. Я спортсмен. Выступаю под флагом страны. Че, патриот, что ли? А у тебя проблемы с этим? Лох ты, Витя. Да ладно. Тихо. Пойдем. Сдохнешь под забором, как Борис. Я тебе реально тему предлагаю. В чем проблема? Жень. Ну сколько тебе осталось? Ну 5 лет, 7. Жень. Ты же сам приползешь потом. Надумаешь, звони. Зачем, Жень? Сядь, Али. Командир, повтори. А ты? Мне хватит. Боишься? А на ринге вроде смелый. Откуда ты знаешь? Все твои бои смотрела. Повтори. Вот как? И чего же я боюсь, по-твоему? Сейчас меня опять. На выпускном хотел подойти, не подошел. Хотя смотрел, испугался. Так, давай-ка мне водочки. Хочешь правду? Ну а как иначе? Очень хотел пригласить. Очень. Танцевать не умел, боялся облажаться. Даешься с пуховскинку, получается вот такая конструкция. Ты согласен, что вот это наш процент? Тогда вот это получаешь ты. А вот это мы обратно пускаем в оборот. Если мы будем в партнерских отношениях, там, 60 на 40, тогда мы нормально, абсолютно вместе идем по этому. Жень! Поехали, Вер! Мы же только пришли. У меня дела появились. Идем! Ты езжай, я сама доберусь. Нет, так не пойдет. Ты со мной приехала, со мной и уйдешь. Тихо, погоди, не трогай. Убери руки! Да идем! Успокойся. Чего? Стоп, спокойно, Витя. Все погорячились, все, окей, Вить, забыли. Домой езжай, Жень. Вер, без обид, не так тебя понял. Окей, не здесь. Ты давно приехал? Месяц назад с подругой мастерскую открыли. Будем украшения делать. Нравится? Очень. Кулон. Денег пока нет, но давно мечтала этим заниматься. Очень рад тебя видеть. Я думал, ты с Акулой. Я? Нет, первый раз после школы встретились. Просто тебя хотела увидеть. Так, подожди. Как-то все быстро. Нет, нормально. Русский молот в своей атакующей манере. Не помешал? Иди в машину, я поговорю. Витя, а ты? Иди. Давай. Тебе мозги совсем отбили. Думаю, можешь унизить меня при ней. Не трогай меня. При всех. Я не отвечу. Витя!
Заводи машину, беги! Все, выходи дальше, я сам. Давай, 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 давай. Я с тобой. Я сказала, я с тобой. Давай, за ним, тони, тони, тони. Евгений Сергеевич, сейчас менты здесь будут.
Катя! Держи. Нога сломана и 3 ребра слева. И еще черепно-мозговая. Вроде прооперировали. Обошлось. Я при чем? Я вообще не видел, как они ушли. Сюда явиться. Как тебе хватило наглости? Я не хотел, чтобы так получилось. Я лечение оплачу. Ты у меня за все заплатишь. Ты у меня сядешь, урод. Не надо так со мной говорить. Вы его менеджер? Смотрите. Во время удара лопнула аневризма сосудов головного мозга. Образовалась внутричерепная гематома. Разрыв затрамбировался, но могут возникнуть и осложнения. Так что следите за давлением. Головокружение, головная боль, боль в шее. Сразу в скорую ко мне. Понятно? Это понятно. И как долго ему в таком режиме? Будем наблюдать. А на ринг? Когда он сможет выйти? Я плохо объяснил, видимо. Его любой удар может убить. Так понятно? Сейчас не о спорте речь, а как ему жизнь сохранить. Можно клипировать сосуды головного мозга, но в вашем случае, судя по локализации травмы, это нейрохирургия высокой точности и большой сложности. Лучше всего делать в Швейцарии и в Японии. Постельный режим, прогулки 1 час в день и никаких нервов. Риторика Ривьеры, как мы видим, становится все более провокационной и оскорбительной. А штаб Витя и сам спортсмен пока никак не комментируют высказывания американца и даже не подтверждают дату боя. Как мы знаем, Витя долго запрягает, но быстро едет. Если штаб Строева до конца недели не определится с датой боя, право оспаривать чемпионство Тайфуна перейдет к Джорджу Корну. Привет. Сам Ривера уже заявил прессе, что русский молот раскололся еще до боя, фактически обвинив Строева в трусости. Тайфун добавил, что раньше противники планировали, но до боя с этим он столкнулся впервые. Штаб русского атлета пока никак не прокомментировал скандальное замечание Тайфуна. Ведь тебе нельзя пить. Да. Что, мне еще нельзя? Дышать не можно? Можно. Вы понимаете, что мне деньги нужны? Я не могу ждать. Квартиру продаешь. Свяжитесь с менеджером. Я сказал, не надо! Я перезвоню. Я не нищий. Я никому не хочу быть должен. Вить, пойдем прогуляемся. Пойдем погуляем. Помнишь? Дом твой.
Каждое утро я подбегала к окну и видела, как там бегает какой-то мальчишка. А потом узнала, что это ты. Пригласи меня. Что? Ты мне обещал. Здесь, что ли? Не хочу ждать. Я всегда буду рядом. Вера. Хватит, Вера. Чё ты из себя любовь строишь? Вляпалась в историю, не знаешь, как выкрутиться. Сама себя уговариваешь. Ты что? Что? Мне не нужна твоя жалость. И жертвы твои не нужны, и все. Вить, ты слышал, что я тебе сказал? Все! Между нами нет ничего, ты все придумала. Вить. Алик. Алик, что с ним? В голову пошла кровь. И что, будет оперировать? Что вы молчите? Выписывают его, Вера. Они сказали, ничего сделать не могут. И что, мы будем ждать, когда он умрет? Да деньги надо было брать, Вера. Вот когда тебе их предлагали, их надо было брать. Тогда бы спасли. И не ходи к нему. Он просил. Ты хотел удержать от ошибок меня и просил не бежать от тебя, но нельзя умножать капли слез на губах, чтобы мог ты дышать. Я шагну через страх. Отпускать невозможно. Любовь по любви, сотни лезвий по коже, секунду прошли. Я стерплю эту боль, здесь вина лишь моя. И играю я роль, защищая тебя. Ты выше. Должен уйти, птиц души распустить, клетки все творить. Ради будущих дней оставляю тебя и люблю все сильней, забывая. Вите нужна операция. У него денег нет. Ты обещал помочь? Обещал.
Но все изменилось. Значит, не дашь? А что я за это буду иметь? Здорово, чемпион. Привет. Че молчишь, Ви? Держи. На операцию. Жень, я не знаю, когда мы сможем отдать. Разойдемся как-нибудь. Только не говори, что от меня не возьмет. Что-то передумал-то вдруг. Жертвую на благотворительность. Mm-hmm. Можешь идти. Как долетел? Как сам? Хреново. Там машина. Камеру берите. Виктор! Игорь Плоткин, спортивная неделя. Как долетели? Как вы себя чувствуете? Без комментариев. Просто любопытно. Есть информация, что вы ездили на операцию. Это правда? Нет, неправда. Пару комментариев, если можно. Мы были в Швейцарии, на спортивной базе проводили комплексные тренировки. То есть вы хотите сказать, что это никак не связано с аварией? Я вас правильно понимаю? Ты не всасываешь, что ли? Я тебе еще раз говорю, комплексные тренировки в Швейцарии. Ну давай. Ну давай! Что ты делишься с ним? Давай убей его! Какие гости?
А чё не предупредил? Я бы подготовился. Пообедаете? Нет, мы торопимся. Чаю, если можно. С вареньем? Да, как всегда. Я тебе звоню, ты не отвечаешь, не перезваниваешь. Я уж волноваться начал. Здесь связь дурацкая. Правда? А, хочу поменять. Ваш чай, пожалуйста. Спасибо большое. А ты чай пьешь? Да. Вкусно. Пробуй. Я не ем сладко. Правда? А я люблю. Дарю вас. Просрал, тварь! И дом свой просрал! И бизнес свой! И даже бабу свою просрал! Что теперь мое, понял, тварь? Сука. Хорошо. Хорошо. Ну, заберешь у меня дом, бизнес, да даже бабу. Я сегодня проиграл, а завтра я выиграл. Женечка. Да ты же псих. Тебе дебилу лечиться надо, ты на наркомана стал похож. Слушай, вот кого наркоманов обвинять нельзя? С ними надо работать. Слушай, слушай, да погоди ты! Ну, и вас. Слушай, я тебе не про игру. Я тебе про большое дело. Дай мне еще время. А? Я тебя в долю возьму. Ну, давай, попробуй. Удиви меня. Короче, по факту инвалид, и никто этого не знает, кроме меня и пары человек, которым я сумею рот заткнуть. Я бы не стал делиться, солдат, но ведь у тебя тоже здесь свой интерес, так? Нужны деньги на рекламу, на раскрутку, на гонорары. Я организую бой, мы победим. А это миллион. Давай со мной. Сейчас понимаешь, чем рискуешь? К сожалению, нечем. Даже жалко. Через камеру видеонаблюдения. Да, смешная штука. Пожалуйста. Спасибо. Ну как, Витя? Знаешь, Витя, тьфу-тьфу-тьфу. Нормально, Витя. Как долг отдавать будете? Ну чё смотришь? Думал, я подарил их, что ли? Да нет, я просто не думал, что так быстро. Как долг отдавать будешь? Жень, я сейчас не готов. Есть выход, всех устроит. Какой? Тайфун против молота. Жень, Витя после операции, ему сейчас нельзя на ринг. Кто узнает? Тайфун его убьет.
Жень, Витя мой друг. Витя гладиатор, он не может без ринга. Либо сопьется, либо сколется. Жизнь быстрее его угробит, чем ринг. Дай ему то, что он хочет. Физкульт, привет. А? Не Борис. Привет. Че помятый такой? Пил, что ли? Спал плохо. Ведь. Ладно, раз мы все здесь, давайте-ка, ребята, обсудим. Чего же нам с Тайфуном-то делать? Есть какие-то варианты? Ну как, какие варианты, Борисыч? Мы все-таки долго шли к этому бою. Правильно? Жалко отдавать. Да и с такими травмами, как у меня, ребята выходили, возвращались в спорт. На ринг? Да. Ты вспомни, Димка Пирог, этот, как его, Магомед, ты его знаешь. Американец там был какой-то. Был. Ну вот, масса примеров. Магомед год восстанавливался. Ведь ты вернешься, ну не сейчас, а через... Борисыч. Борисыч, Тайфун ждать не будет. Че, мне потом заново к титулу идти? Ты не забывай, мне не 20 лет, правильно? Олег, скажи им. Вить, а? Форму-то успешно брать? Конечно, время есть. Олег, ты серьезно? Борис, я просто взвешиваю все за и против, не больше. Понял, Тайфун выйдет, нокаутер-убийца! Его с ринга отправят сразу в морг! Взвешивает он! Мощно мотивируешь. Спасибо. Я тебя не мотивирую! Ты перенес для операции! Я вообще не понимаю, что я тебе должен объяснять! Если пропустишь в голову! Значит, не надо пропускать, надо выходить, сразу валить. Сразу! Валить! Чемпиона мира!
Витя, тебе там лишнего ничего не обрезали! Борис, смотри, я могу держать его на дистанции и спокойно в контратаке его рубить. Надо поменять стратегию. Тебе голову надо менять, Витя! Ты еще сразу все в штыки, давай обсудим. Ты это что, все из-за денег? А ты там за нами деньгами смотришь, я не могу понять. Зал на мне, реклама на мне, зарплата твоя. Да, ты еще скажи, что тебе в убыток работаешь. Я не работаю, и курточки за старшим братом. Аккуратнее, аккуратнее. Да, хватит! Бой будет. Я так решил. Вопрос стоит, со мной вы или нет. Витя, я не могу быть с тобой без тебя. Мы партнеры, это мой бизнес. Естественно, я с тобой. Спасибо, Борисович. Витя, это смертельная авантюра. Я все что угодно, но не убийца. Последнее слово. Ясно. Найдешь кого-нибудь по-быстрому? Ну, не знаю, ведь звонить надо. Не тяни с этим. Давай, круто. Все ради победы. Радуешься, да? Между прочим, ты сам его таким сделал. Но только сейчас вот в эту дверь вышел настоящий русский молот. Я его уже таким давно не видел. Последним сводкам жизни сахар. Люди сотканы из амбиций и страха. За грехи расплата, 9 кругов ада. Риски велики, подумай, оно тебе надо. Тут редко выпадает 21, еще реже говоря, на этот раз повезло, но оттачивает четко свое мастерство. Победа будет всем врагам на зло, знай. Ведь так или иначе, поздно или рано, карма настигнет каждого спонтанно. Проверит, и стали ты или хрустально, уставлю ты или же бьешься в отчаянии. Кем ты стал, пока там и тут искал разные пути, забраться на пьедестал. Идя сквозь шторм и шквал, о чем мечтал? Каким ты видишь свой финал? Витя, я знаю, как ты к этому относишься, но сейчас немножко другая ситуация. И я отвечаю, на это мы не попадемся. А что, с Трамоном не было? Ты победить хочешь, ты Трамон! Витя, это просто ускоритель обменки. Я хочу, чтобы ты быстрее восстановился. Если уж мы в это влезли, так надо выигрывать. А ты посмотри на себя. Молоток, за 3 недели до начала боя остановишься. Любой контроль пропустит. А дело не в контроле. А в чем? В спортивных принципах, да? А ты уверен, что Ривера не колется? А это его дело. А это мое дело. Я 15 лет тащу эту лямку. Сука, я с 11 класса это тяну. Это мое дело. Это жизнь моя. Я хочу, чтобы со мной считали. Слышь меня, боец? Слышь меня? Ладно, ладно. Что ты завелся-то? Я просто очень хочу, чтобы ты победил. Слышь меня? Я всеми фибрами души своей хочу,
Мне пофигу на деньги. Я хочу, чтобы ты был сильный. Чтоб ты на ринг вышел сильный, я бы никогда тебе эту дрянь не предложил, если бы не твоя долбанная травма. Я хочу, чтобы ты вышел на ринг и размотал этого баклажана на лоскуты. Инструкция там есть? А? Инструкция есть? Конечно, есть, ведь там все есть. Ну, тогда задницу ей вытри. Сейчас. Алло. Привет. Здравствуйте, вас ожидают? Да. Угу. Прими заказ. Привет. Хорошо выглядишь. Ты тоже? Как прошла операция? Ну, живой, как видишь. Что-нибудь закажете? Нет, спасибо. Видела твой плакат сегодня. Да, бой назначен. И ты будешь драться? А что, твоя Женя тебе не сказала еще? Нет, а что говорят врачи? Ну, что, Вера, врачи говорят. Ты не переживай, со мной нормально все. Ведь ты не должен драться. Почему? Он подставляет тебя. Хочет заработать на тебе. Это он дает деньги Алику на организацию. Не понял. А зачем ему это надо? Он проиграл и задолжал серьезным людям. Знает о твоей травме. Он хочет отыграться на твоем поражении. Ну что ж, передай ему, что у меня сейчас появился еще один стимул выиграть. Ведь, пожалуйста, не иди у него на поводу. Откажись от боя. Так, Вера. Выйти на бой – это мое решение. Я от него не откажусь. Твой поставил мне по барабану. Это мой бой. А почему ты со мной так разговариваешь? Как? Как будто бы я враг тебе. Тебе показалось. Ладно, Вера. Спасибо за информацию. Рад был тебя видеть. Я пойду. Я сейчас на режиме строго. Извини. Вить, не хочу, чтобы между нами так было. Да ладно, Вера, нормально все. Ты сделала свой выбор. Не думала, что он будет таким, конечно. Почему ты думаешь, я его выбрала? Ну ладно, Вера, не начинай. Вер. Что? Прости меня, пожалуйста. Сам не хотел, чтобы так получилось все. Почему ты такой дурак? Почему ты думаешь, я этого хотела? Ты прости меня, если тебе что-то не так сделал. Иди на свой ринг, делай, что хочешь. Я для тебя уже все сделала. Hallelujah.